Железногорск в реализацию программы включился в 2017-м. Финансирование с каждым годом растет. Начинали с 27 миллионов рублей. План на 2019-й – 40. Отремонтировать на эти деньги должны 5-6 дворов и 4 парка. У нас действует комиссия, и жители, безусловно, и как управляющие компании, которые управляют этими домами и дворами, так и жители города, они активно включаются в работу. Старшие по домам активно сотрудничают, и жители тоже предлагают какие-то новые пути реализации, какие-то дают комментарии и следят за тем, чтобы все было сделано. Кстати, жители участвовать могут на всех этапах. Голосовать за общественные территории, которым требуется реконструкция, утверждать проект ремонта своего двора. Если готовы к софинансированию, можно сделать не только базовый ремонт, но и установить, например, спортивную площадку или оборудовать парковку. Ответственность в этом проекте лежит как на муниципальных образованиях, то есть на органах власти местного самоуправления, но так и на людях, которые живут в данных домах, на данной территории. Почему? Потому что со временем ведь мало хорошо сделать. Хочется сделать больше, и хочется, чтобы в будущем это все эксплуатировалось качественно. В Курской области в этом году в реализации программы будут участвовать практически все города и села, где население превышает 1000 человек.